Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Железной Дивизии. Thank you.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – университет. Очистили трассу города, работают для вашего безопасного движения. Готовиться к выходу в салоне транспорта необходимо заранее. По правилам перевода водитель не имеет права повторно останавливаться на одной остановке. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – торговый центр «Аквамост».
Возможно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Терешковой. Внимание, жители и гостей города. В соответствии с указом губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, гражданин обязан принять средства индивидуальной защиты от свободного дыхания и перчатки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Полбина. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Уважаемые пассажиры, при переходе на дорогу, не забывайте подставлять
Осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка – улица Октябрьская. Богдана Хмельницкого. Внимание, жители и гостей города. В соответствии с указом губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, гражданин обязан иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки. Thank you.
требуется ставка строителей. Уважаемые пассажиры, в избежании жалобы держите за закон. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Кузоватовская.